Трасса Бишкек-Ош стратегическая. Она соединяет юг и север республики. Дорога давно нуждается в капитальном ремонте. И работаете не за горами. 60 миллионов долларов на реконструкцию 67-километрового участка магистрали выделены из средств антикризисного фонда Евразэс. Соглашение об этом подписано между правительством Кыргызстана и Евразийским банком развития. Ремонт этого участка и строительство этого участка позволит более активному товаротранспортному потоку по регионам нашей страны, а также он позволит снизить аварийность на этом участке дороги. Второй кредит от Евразийского банка развития, а это 20 миллионов долларов, пойдет на покупку тракторов и комбайнов для кыргызских фермеров. По информации Министерства сельского хозяйства, почти 90% техники сейчас находится в плачевном состоянии и нуждается в замене. Также будет создана инфраструктура сервисного обслуживания для приобретаемых машин. Оба кредита предоставляются на очень выгодных для Кыргызстана условиях. На 20 лет под 1% годовых с льготным периодом на 8 лет. У нас в портфеле есть еще ряд проектов в области энергетики и сельского хозяйства. И эти проекты мы сейчас обсуждаем. Они очень важны для экономики Киргизии и на самом деле для соседних стран, поскольку завязаны такие важные вещи, как обеспечение энергетическими ресурсами всего региона. Правительство республики и руководство банка также ведет переговоры о запуске новых проектов на территории страны. В частности, речь идет о создании товаропроводящей системы сельхозпродукции в страны таможенного союза, реконструкции Токтагульской ГЭС и Камбараты-2. Егор Орлов, Мирлан Макаев, новости Содружества, Кыргызстан.